12% от валового регионального продукта дает сегодня сфера торговли в Самарской области. Эта цифра сравнима с показателями от добывающей промышленности. Кроме того, в Приволжском федеральном округе торговые работники Самары занимают третье место по товарообороту на душу населения. На сегодняшний день в этой сфере занято более 400 тысяч жителей региона. В преддверии профессионального праздника лучшим работникам отрасли вручили награды губернатора Самарской области, федерального Минпромторга и областного Министерства экономического развития. Отрасль достаточно большая, динамично развивающаяся, представленная всеми форматами торговли. У нас есть, как вы знаете, федеральные сети, региональные сети. У нас хорошо развита ярмарочная торговля, дистанционная торговля, ну и другие мелкие форматы торговли, которые тоже мы также всячески поддерживаем. Торговля, так сказать, идет вперед, на месте не стоит, развивается, открываются новые магазины, торговые центры. И, так сказать, смотрим с оптимизмом в будущее.